Заброшенный участок еще совсем недавно представлял собой второй микрорайон Митина. Но меньше чем за 3 года территория преобразилась. Одновременно с жильем инвестор построил многофункциональный центр и паркинг, возводит школу и готовит к открытию детский сад. Трехэтажное разноцветное здание рассчитано на 300 малышей. Для детей обустроены 12 просторных групп со спальней и игровой. Садик работает с раннего утра и до позднего вечера. Он открыт 22 часа. Скучно в саду не будет. Здесь есть спортивный зал, зал хореографии и музыки. Детей постарше подготовят к школе. В группах есть интерактивные доски, а обучающие занятия чередуются с игровыми. Здесь есть группа «Мама и малыш». Она рассчитана для детей от года. Находиться здесь малыши могут вместе с мамами. Так намного проще происходит процесс адаптации к детскому саду. На крыше здания оборудована сенсорная комната. Занятия под звуки успокаивающей музыки будут проводить воспитатели-психологи. В городе в этом году уже построено 15 дошкольных учебных заведений, школ. И 1 сентября еще будет введено 9 объектов. Причем эти объекты, как правило, достаточно крупные, раза полтора-два больше, чем вводились раньше. Это школы есть на 2000 мест, детские сады на 300 мест. Такие крупные образовательные комплексы. Первых малышей новый детский садик в Митино готов принять уже 1 сентября. Ольга Большакова, Иван Коробков, Михаил Колобаев, Илья Яковлев, «Строймосру».